Всем привет! Сегодня у нас на ужин свежая морская рыбка. Сардины. Вуаля! Мы фаршируем сардины начиночкой из картофельного пюре, сыра моцарелла, чеснока и петрушки. Вот так. Вот так вот красиво делаем такие трубочки. Складываем рыбку нашу, закрываем. И в конечном итоге мы будем все это фаршировать, панировать в сухариках и обжаривать во фритюре. Ужин будет не слишком легким, но сытным и вкусным. Иногда можно. Вот так. Уже представляю, как аппетитно и сочно будет моцарелла вытекать из рыбки. Бон аппетит!